аккуратно. Есть. Ты сегодня себя хорошо вела. Заслужила. Кушай. Путь к сердцу лошади порой тоже лежит через желудок. Свежая морковь и яблоки для красавицы Вестфалии – лучшая награда. Получив угощение, Веста готовится наводить красоту. Спортсменка Валентина Борисова старательно причесывает свою четвероногую подругу. С ней девушка тренируется уже полтора года. Признается, Веста – дама своенравная, и подружиться с ней удалось не сразу. Сначала мне было тяжело найти к ней подход. Сначала как-то нам было сложновато вместе, вот. Но потом, когда я поняла уже, как она себя ведет, нам уже было проще. Она любит фрукты, я также ей приносила фрукты разные, морковку, сахарок. Также летом мы их пасем, они кушают травку. Прежде чем соревноваться, лошади разминаются. Сначала, словно в цирковом представлении, величаво ходят друг за другом по конюшне, чтобы разогреться. Затем отправляются на манеж. Сегодня соревнования по конкуру – это самый молодой и зрелищный вид конного спорта. Всадники на лошадях должны преодолеть препятствия. Высота барьеров может быть больше метра. Правильно их расставить – целая наука. Самое главное, чтобы была удобная линия траектории для лошади. То есть подойти к препятствию и после препятствия также двигаться, чтобы не резкий поворот, все плавно было. В умении хорошо держаться в седле соревнуются около сотни спортсменов. Юные всадники съехали со всех уголков губернии и даже из Оренбургской области. Маршрут нужно пройти быстро и чисто. Если лошадь задела препятствие или попросту отказалась прыгать через барьер – ошибка. Сейчас маршрут идет, также и снимаются, исключаются из соревнований. Кто-то чисто проезжает без ошибок. А наш именно спорт – это два партнера, всадник и лошадь. Если какого-то нету взаимовыручки, взаимной работы, согласия, то результата здесь не получится хорошего. Когда спортсмены отправляются на перерыв, гостям выпадает шанс побыть на коне. Говорят, лошадь сразу понимает, кто на ней – опытный всадник или новичок. Я едва знакома с верховой ездой, и поэтому мне дали лошадь спокойную. Моя Флорена – дама опытная, в спорте уже давно. Попробуем проехать с ней кружочек. Пошли, дорогая. Конкур – только первый этап соревнований. В эти выходные пройдет второй – выездка. Здесь спортсменам предстоит показать умение правильно управлять лошадью. Алина Чемерис, Максим Гусев. События.